Приветствую вас. Я, если честно, не совсем понял смысл и характер вашего вопроса по, так сказать, начальному посту. Дальше я не читал. Вы описываете, в общем-то, да, механизм проекции. Вот, вы описываете механизм, при котором на человека переносятся какие-то ваши собственные о нем представления, не имеющие ничего общего с реальным человеком. И в чем, собственно говоря, проблема? Мне увиделось так, что проблема заключается в невозможности, вашей невозможности сблизиться с человеком, который вас любит до сих пор. Потому что она другая. Либо вы сомневаетесь в том, что она вас любит, то есть сомневаетесь, по сути дела, в себе. Вот. То есть, если честно, ваша проблема, именно проблема, с которой вы обратились к психологу, для меня является здесь не совсем понятно. Вот, вам бы ее сформулировать. Нужно, что вы хотите. Потому как, ну да, девочка стала другой. И вы стали другими, это нормально, а почему вы не можете поверить, что она вас любила тогда? То есть, в чем здесь проблема? Вот. Другой вопрос, что вам пообщаться нужно поближе, чтобы девочка тоже увидела, каким вы стали сейчас. И, может быть, она любит тоже другого человека, того, кого уже не существует. Вот. Поэтому мне кажется, что вы в некотором смысле торопитесь сейчас с принятием какого-либо решения и торопитесь прояснением характера ваших отношений. Вот. Здесь в большей степени нужно полагаться на себя, девушку во главу угла вашей жизни не ставить, заниматься своими делами, общаться с этим человеком, как и со всеми другими, и просто смотреть, к чему это все приведет. Вот. И повторюсь, Каюм, более четко сформулируйте свою проблему и сформулируйте свой запрос для работы с психологом, что вас именно беспокоит. Что касается того, изучена ли в психологии следующее, ну, странный вопрос. Изучен. Конечно, изучен. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи.